Эй, ты! Ты пришла помочь? А то нас тут сейчас всех убьет! Хвала солнцу. Как раз помощь воина нам бы не помешала. Начальник всучил нам не тот ящик, мерза. Написано «Стрела», а там голый древесник. Мы безоружны против целых стай рыскарей. И не только. Я постараюсь помочь. Рад слышать. Помощь нам... Тревога! Сюда идет Долгоног! К оружию! К оружию! Это я приберегу. Клянусь солнцем, мы победили. Видал я охотников на машины, но таких, как ты, никогда. Ты нас всех спасла. Беда! Певчих ядер нет! Что? Не может быть. Разве что... Это Дерит их украл. Когда на нас напали, один из наших убежал. Дерит. Я думал, он просто трус. А он, значит, еще и вор. Далеко он уйти не мог. Да, но у нас нет сил за ним гнаться. Тогда пойду я. Но в этот раз за плату. Справедливо. Вернешь певчие ядра, получишь свое.
Запас карман не тянет. Где сигнал, который нашел мой визор? Привет, Дерит. А ты кто? От каравана пришла. Чего? Какого каравана? Который ты подставил. Думал, не будет стрел, не будет и выживших, не останется свидетелей. Послушай, я весь в долгах. Не заплачу, мне оба глаза выколют, понимаешь?
Тогда мне придется что-то выбросить. Я успела вовремя. Спасибо. Я заключаю солнце в объятия. Да сожжет оно мои грехи. Падаль. Но хоть умер достойно. Никогда не знаешь, когда пригодится. Вернулась! И певчие ядра при тебе! А Дерит? Его убил ловчий. Просто жуть. Ты одолела ловчего. Получишь прибавку. Вот, возьми мою долю. Заслужила. Дальше я справлюсь сам. Теперь нам особо нечего бояться. Из этого можно сделать зелье. Чтобы перехватить управление, нужно выяснить, откуда взялись эти штуки. Thank you.
Нет, не подходи. Я с Нора не враждую. Ну, и я тебе не враг. Что это за место? Охотничьи угодья. Я смотритель. Провожу испытания стихий для всех, кто хочет попасть в дом охотников. Ну, поняла. Теперь иди, куда шла. Стой, а если я хочу пройти испытание? Тогда я обязан его провести. Что за испытание? Здесь охотники могут показать умение управляться с разными типами боеприпасов. Не уложишься в отведенное время, иди лучше в другие угодья, где испытания проще. А сколько таких угодий? Всего их 5. Я уверен, в других тебе будут рады. 3 испытания. Выбирай. Тебе надо поразить огненными стрелами емкости у бегунов на спине. Если попадешь, полыхнет, будь здоров. Ну, дело твое. Выбери веревку и начнем. Солнце с первой попытки. Не видел бы все сам, решил бы, что жульничало. Тут тебе надо будет заморозить машины и перебить их. Но для этого тебе потребуются ледяные заряды и подходящее оружие. Тебе нужно заморозить, а затем сразить машины в этом испытании. Но, конечно же, тебе потребуются хоть какие-нибудь ледяные заряды и подходящее оружие. Здесь тебе нужно обездвижить бурдюков электрозарядами и отстрелить детали на ходовой части. Приступай. Ну, начну отсчет, когда съедешь вниз. Это брошенная деревня, о которой говорила Морея. Сплошные развалины. Вот они, зараженные рыскари. Come on!
перебила все заражения нашего барьера. Надо поговорить с солдатами в форте Конто. Может, теперь меня пропустят? Я найду тебе применение. Там сражение? Кто-то напал на форт Карха? Это демон! Машины опасны! Thank you.
солнце рисковало тут шкурой. Девочка, подойди! Это я беру в дорогу. Мешок и так уже набит. Ну? Теперь-то вы меня пропустите? Ха-ха-ха! Вы слышали? Откройте ворота! И сообщите капитану Балану! Куда ты направляешься? На запад! Башням. В Меридиан! Путь разбитых камней всегда был тяжел, даже в лучшие времена. Тебе бы поговорить с капитаном Баланом. Он только-только из Меридиана. Ищи его в форте, слева на балконе, что выходит на долину. Ладно, спасибо. Что-то это тебе спасибо. Ты избавила нас от машин. Храни тебя свет. Мир за пределами священной земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Как увидели меня через его визор? Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? Вслед Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит за все и за все. Свет солнца. Ты Нора? Никогда не видел Нора в охотничьих угодьях? Или даже в доме? Как любопытно. А ты кто такой? Я тут провожу испытания охотников на выносливость против стада машин. Тебе это по силам? Разумеется. Прекрасно. Хороший настрой. Ты так радушен. Ну, знаешь, мне тут в этой глуши так одиноко. Просто ужасно одинок. А как же твой приятель? Он не считается. Почти рта не раскрывает. И хорошо. Все равно ничего умного не скажет. Ты кто? Что здесь делаешь? Ну, я охотник, разумеется. Между прочим, принят в дом охотников. Ну, мне здесь, в общем, нравится. Ну, хоть никто не жалуется. На мою одежду, на мои манеры. На мой характер. Ой, не впускайте его, он всех распугает своей болтовнёй. Или от него опять рыбой несёт. В таком духе. От меня же не пахнет рыбой? Нет, скорее, ну, псиной. Ну, уже лучше. Что?
Что за дом охотников? Дом в Меридиане, где охотники сидят, болтают и хвастаются. А я просто люблю охотиться. У тебя уже есть три полусолнца, так что ты сама можешь заглянуть в дом охотников. Что за испытание? У дома есть охотничьи угодья по всему миру. Это тренировочные площадки. Здесь испытания посвящены самому важному аспекту охоты – умению беречь силы. Охота длится долго. Важно держаться. И что ты можешь мне предложить? У меня есть стадо машин. К тому же я могу присуждать метки полусолнца, солнце и сияющее солнце, если ты мастер. Так какое испытание тебе по душе? Я объясню правила. Там на трех холмах лежат останки рыскарей. Тебе нужно обобрать все туши на время. Звучит просто, но остерегайся других машин вокруг. Ты готова? Хорошо. Выбери веревку, и я начну отсчет. Солнце с первой попытки? Я тебя поздравляю! В этот раз тебе будет нужно стреножить персона и отстрелить у него деталь. Тут важно подходящее оружие. В этом испытании нужно ловить коршунов. Тебе понадобится канатомет и припасы для него. Мне надо идти. Ты знаешь, где меня найти.